Здравствуйте, дорогие друзья! Мало кто знает, но в Омске есть свой авиационный музей под открытым небом. На экскурсию в этот музей может записаться любой и посидеть за штурвалом самолета или вертолета. Смотрим! Мы находимся на учебном аэродроме, где проходят практику курсанты по прибористы, радисты. И это стоят вертолеты, самолеты для изучения агрегатов, которые находятся в этих самолетах. Вот сейчас мы проходим экскурсию на вертолет Ми-8. Учащихся туда заведут и покажут, что внутри посадят на кресло пилоты. И они будут уже знать, как это летать. Ребята, самолетов уже сюда. С левой стороны находится командир. Он самый главный, ему все подчиняется. С правой стороны кресла находится это второй пилот, сидит здесь, выполняет также еще роль штурмана. И посередине, значит, находится бортмеханик, бортовой механик. Вот три человека управляет вертолетом. Понятно? Да. Итак, ребятишки, значит, перед вами самолет Як-40. Видите, да? Да. Создатель этого замечательного самолета, кто был? Генеральный конструктор, вам говорили? Музей. Яков Александр Сергеевич, да? Значит, вот этот самолет чисто гражданский, не военный. А то задают вопросы, куда ракеты, куда бомбы цепляются. Такого нет. Мы сейчас были, мы залазили в самолет, там фотографировались, конечно. И мы залазили в вертолет, нам очень всем понравилось. Надеюсь, спасибо. Побольше будет таких экскурсий. Почаще, будет клево вообще.